награждается грамотами. Грамотой Самбур-Закхар заповеду в Олимпиаде по русскому языку он занял 3-е место. Вставай сюда. Поздравляю. Награждается дипломом Гришина Анастасии заповеду в Олимпиаде по математике. Вот скромность украшает человека. Награждается Фокин Матвей за победу в Олимпиаде по математике. 1-е место. Молодец. Да, я очень удивилась. Мишалкова Елизавета за победу в Олимпиаде по математике. Молодец. 3-е место. О, заняла. Так, награждается ученица 2-го класса Феофанова Надежда за победу в Олимпиаде по математике. 3-е место. Дьяков Иван за победу в Олимпиаде по русскому языку. 2-е место. Мишанкова Елизавета за победу в Олимпиаде по окружающему миру. 2-е место. Она молодцы. Этот предмет очень любит. Лещинская Олеся за победу в Олимпиаде по окружающему миру заняла, ребята, 1-е место. Можно поскромнее себя вести. Гельмединов Тимур награждается дипломом за активное участие в Олимпиадах классного и школьного уровня. Молодец. Ты пока не получил, но ты очень активно принимал участие. С тобой. Ой, это как можно? Это вы.